По инициативе акима области в городе Тараз продолжаются Дни района в честь 30-летия независимости страны. В рамках программы «Рухани Жангыру» и проекта «Тараз Гатарту» перед Центральным концертным залом «Балсагун» в Таразе прошли Дни культуры и искусства Сарысуского района Туган жерим Дархандалам. Аким области Бердибек Сапарбаев и посол Казахстана в Кыргызской республике посетили сельскохозяйственную ярмарку, организованную сарысусцами. Здесь жителям Тараза были предложены самые необходимые продукты по низким ценам. Глава области пообщался с руководителями ТОО «Асылту», занимающихся производством соли, а также с главами крестьянских хозяйств, которые привезли продукцию, и пожелал успехов в работе. Также обратил внимание на подростков, занимающихся карате, казах-корисы, боксом. Здесь же прошли соревнования по асакату, перетягиванию каната. Была организована выставка искусств. Аким области отметил, что центр Сарысусского района, город Жанатас, будет модернизирован в ближайшее время. Сегодня к нам в гости приехала делегация из Киргизии, руководство Чуйской и Талаской областей. Хочу выразить вам благодарность, что провели такое мероприятие, показали нашу культуру, искусство. Концерт, организованный в Центральном концертном зале «Баласагун», также порадовал зрителей. Праздничное мероприятие началось с театрализованного представления. Песни и танцы артистов подарили жителям и гостям города хорошее настроение. Ильдар Гзятуллин, Галымжан Исинбаев, Жамбыл Ньюс.